Вот спецстоянка. Вот тащут машину. Спецстоянка видно. И тут человеческий закон никакого нету. Кто как может, так и платит, выезжает. Без выходных положений. Тут ни судья, ни прокуратура, никто не поможет. Вот ваш вот этот, да, автомобиль получается? Да. Запломбировали, стой, сказали, стой, стою и жди, сказали, жду. И каждый раз жди, жди. Машины стоят. Одно вот только что отпустили. Отпустили за 66 тысяч. Вот. Человек говорит, за 66 тысяч отпустили. Угу. 3 мая 2020 год. Зовут меня Альберт, фамилия Тибулян. Загнали нас на посту за нарушение габаритов. Сказали, габарит нарушен. Вот у меня с левой стороны я устранил. С правой стороны у меня я его не устраняю пока. Вот. Чуть-чуть тоже есть нарушение габаритов. Снимай меня. Тянули нас сюда. Практически мы были неуправляемы. Нас на жесткой сцепке тянули. Тянули по проселочной дороге. В связи с этим у нас усугубилось, лично мое усугубилось положение тем, что наклон был в правую сторону, у меня больше стало нарушение не габарита. На месте нам не разрешили устранять вот это вот все, то, что мы якобы не в габарите. Вот. Так, за буксировку сюда 31 тысячу просят и 6600 рублей стоит час этого парковки. Теперь Игорь, он стоит второй день уже. Вот его Volvo. Вот тоже с небольшими такими этими. Только разрешили устранить не габарит. Хотя чуть-чуть только уступает. И тянули на жесткой цепке снизу. Не как у всем на трубе, а снизу. Еще дороже. Еще дороже это. Так как не было у него крючков. Угу. Вот. То же самое выставляют, тоже только больше. Да. Вот, вторые сутки он стоял, время идет, пока они вот это заявление, которое должны были подписать, подписали, время шло.